Матушка. Мехримах, сейчас же говори, где ты была сегодня с утра? Мы с братьями были в саду. Ты мне говорила, что поедешь в мраморный павильон, или кого-то попросила сообщить мне об этом? Мама, вы меня пугаете. Что с вами? Почему вы так встревожены? Мехримах, отвечай на мои вопросы. Ты меня звала в мраморный павильон? Нет, Сюмбюляга тоже спрашивал, но я не была в павильоне. В таком случае, значит, там... Матушка...